Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Редис «Кто есть кто в античном мире», дополняя данными из Википедии и интернета. Серторий Квинт, около 122-72 года до нашей эры. Серторий Квинт – популярный римский политик-полководец, оппонент диктатора Суллы и идеалист души. Плутарх приводит жизнеописание Сертория, чтобы на его примере продемонстрировать традиционно восхваляемые римлянами добродетели, как смелость, способность к лидерству и великодушие к подчиненным. Когда Серторий был управляющим в Испании, Лузитания обратилась к нему с просьбой сформировать собственное независимое от Рима правительство. И Серторий действительно сформировал из живших в Испании римлян последователей Мария и Цинны независимый сенат, а также построил школу для обучения в них испанцев, которые верили в божественную миссию Сертория и считали, что белый олененок, которого Серторий водил за собой, подарок покровительствующей ему Диан. Серторий заключил военный договор с понтийским царем Митридатом и смог продержаться несколько лет до тех пор, когда специально посланная из Рима армия под командованием Помпея не лишила его власти. В конце концов, Серторий потерял свою популярность и был убит. Серторий является героем одной из трагедий Корнелия. Из Википедии подробный рассказ о гибели Сертория оставил Плутарх. Он сообщает, что заговорщики подослали гонца с вестью о большой победе мятежников. Перперна по такому случаю организовал пир, на который пригласил Сертория. Когда выпивка уже была в разгаре, гости, искавшие предлога для столкновения, распустили языки и, прикидывая сильно пьяными, говорили непристойности, рассчитывая вывести Сертория из себя. Сертория, однако, то ли потому, что был недоволен нарушением порядка, то ли разгадав по дерзости речей и по необычному пренебрежению к себе замысел заговорщиков, лишь повернулся на ложе и лег навзничь, стараясь не замечать и не слышать ничего. Тогда Перперна поднял чашу неразбавленного вина и, пригубив, со звоном уронил ее. Это был условный знак. И тут же Антоний, возлежавший рядом с Серторием, ударил его мечом. Серторий повернулся в его сторону и хотел было встать, но Антоний бросился ему на грудь и схватил за руки. Лишенный возможности сопротивляться, Серторий умер под ударами множества заговорщиков. Ну вот так вкратце о Сертории Квинте, популярном римском политике и полководце, оппоненте диктатора Суллы. Пока-пока, до свидания.